Здравствуйте, в эфире модные дневники на телеканале Fashion One. С вами я, Светлана Румянцева. Сейчас мы находимся в историческом центре Риги. Здесь, в этой верхней точке, вся Рига как на ладони. И вид открывается потрясающий, которым можно любоваться бесконечно. Кстати, именно в этом году Рига названа культурной столицей Европы. В 15 веке в Риге начался европейский расцвет музыки, что превратило этот город в крупнейший музыкальный центр Прибалтики. А в последние годы именно конкурс «Новая волна» является главным музыкальным событием, начиная с 2002 года в Юрмале. В Риге настолько потрясающая атмосфера, что я бы с радостью провела здесь весь день. Но надо возвращаться на репетицию к нашим конкурсантам. Алишер Каримов сегодня со мной поделился, как он проводит свой день здесь на конкурсе молодых исполнителей. Алишер, ты тут целый день с утра до ночи, репетиции. У тебя есть вообще время покушать? Нет, ну да, и неплохо покушать. Обед, ужин по расписанию. Без этого никак. Силы ведь нужны. Ну, день проходит так же, как и у всех участников репетиции. Ну и, конечно же, успеваем поближе знакомиться, общаться. Все очень приветливые и такие довольно добрые. Ты уже продумал свой наряд? Но я еще как бы не встречался со своими стилистами. Вот, ну, у меня, я привез с собой что-то такое, ну, что может подойти. И я думаю, что это будет круто. Я желаю тебе удачи, я буду на тебя смотреть, болеть, держать кулачки и заходить вам каждый день узнавать, как вы тут. И с удовольствием буду с тобой общаться. Ciao. Ciao. How are you? Anna. Yes. I'm Antonio. Oh, nice to meet you. So cool. How do you feel? How do you like Riga at all? Ho avuto modo di visitare Riga 2 mesi fa e devo dire che è un centro storico molto molto bello. Mi è piaciuta, mi è sembrata una città ordinata, mi ha dato questa sensazione. Adesso Jurmala l'ho visitata ancora poco, però il mare che ho visto, perché ci sto solo da 2 giorni, il mare che ho visto questa mattina era veramente bello, anche se noi in Italia abbiamo il mare bellissimo anche, devo dire. Итальянский язык настолько звучный, настолько романтичный, я могу слушать его бесконечно. В этом году организаторы конкурса «Новая волна» готовят невероятные сюрпризы. Поэтому не упустите свой шанс присутствовать на самом главном фестивале года. Ведь именно здесь, по традиции, звезды российского и западного шоу-бизнеса пытаются перещеголять друг друга вычурными нарядами и шокирующими фасонами. А с вами была я, Светлана Румянцева, и модные дневники на телеканале Fashion One. До новых встреч! Подпишитесь на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.